Всем привет! С вами канал Art Mania. И Дима у нас сегодня третий раз идет в бэби-клуб. Да? Третий раз. Опять мы пришли рано, вышли мы в 10:25. У нас занятие в 11:30. С надеждой, что придем как раз вовремя. И что-то дошли быстро. Дошли всего за 25 минут. То мы идем там 40 минут, то дошли за 25. Не знаю почему. И тут пока шли, встретили такую штучку. Прикольная штучка, как улитка какая-то. Да? Улитка. На улитку похоже, да? Какой-то вот кусочек. Корня какого-то, что ли. Охотки. Такая вот прикольная штучка. Она лежала на полу, ее подняла бабушка. С ребенком шла, положил туда. На полу она, конечно, элегантно смотрелась. Такая. Да? А у Димы что? А у тебя листочек березовый? Дима сегодня березу изучает. В прошлый раз мы нашли кленовый листочек. Да? Но что-то кленовое дерево мы не нашли так. А в этот раз березовый листочек, да? Изучаем березу, да, вот такая она. Красивый листочек у Димы. Да, красивый? Красивый, вот такой красивый. Поверни его. Вот так, вот так. Молодец, все ты понимаешь. Молодец. Опять находимся мы в этом же парке. Здесь гуляет много мамы с детьми. С собачками. Группа там какая-то. Да, еще мы сейчас сначала пойдем на занятия, а потом мы с вами пойдем смотреть фонтан, который я так давно хотела вам показать. Наконец-то он сегодня работает. А, Дака. Да. Дака. Дака? Ты устал сидеть, да? Сегодня опять жарко у нас, 23. Да. Ой, 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 Дима, сейчас поедем с тобой тогда. Дима елочку изучает. Елка. Колючая елка, да? Колючая. Потрогай ее снизу. Вот, да, вот так. Колючая елка. Колючая, да? Как ежик. Ежик такой же, да, Дим? Такой же ежик. Такой же? Колючий ежик, да? Какая елочка. Да, колючий. Елка. Вот он, наконец-то, фонтан. Наконец-то мы с вами попали на него. Воды сколько. Жалко, тут шумно, но надеюсь, вам будет слышно фонтан. Да, вода здесь такая красивая, вместе с солнечными лучами. Ой,
сейчас они нас обкакают, наверное. А тут радуга, смотрите, класс вообще. Сколько здесь была, первый раз заметила, что здесь радуга есть с этого ракурса. Очень красиво. Там вот дома, у них с торца картинки есть. Того дома тоже вот в виде руки. Не дальнего, но там елка стоит, не видно. А вот здесь у нас областная библиотека. Она двух- или трехэтажная, большая. Там очень-очень-очень много книг. Раньше она была платная, 500 рублей. Стоила в год или месяц, не помню. Сейчас она бесплатная. И эта странная радуга. А внутри фонтана звездочки. Звездочки и трубы такие. Интересные, покрашенные. Темно-золотой цвет. Не видно, вот они. Да, голуби. Ой! Овечка пьет там. Убежали. Ой, еще прилетели.